Бласко Ибаньес. Обнаженная Маха. Глава первая. Было 11 часов утра, когда Мариано Реновалес подошел к музею Прадо. Прошло уже несколько лет с тех пор, как знаменитый художник был здесь в последний раз. Не мертвые влекли его сюда. Они были, конечно, очень интересны и достойны уважения под славным венцом многих веков, но искусство шло теперь по новым путям. Реновалес не мог учиться здесь у мертвых. При освещении со стеклянного потолка, глядя на действительность, глазами людей с иным темпераментом, чем у него. Клочок моря, уголок на склоне горы, группа оборванцев, выразительная головка привлекали Реновалеса больше, чем этот дворец с широкими лестницами, белыми колоннами и статуями из бронзы и алебастра, величественный пантеон искусства, где постоянно переживали муки колебаний молодые художники, находясь в состоянии самой бесплодной нерешимости и не зная, какой путь им избрать. Маэстро Реновалес остановился на минуту внизу у лестницы. Он глядел несколько взволнованно на ведущий ко двору спуск, поросший свежим дерном и украшенный редкими тощими деревьями. Так глядят после долгого отсутствия на родные места, где протекла молодость. Над этим спуском высилась древняя готическая церковь «Де Лос Херонимос», выделяясь на голубом фоне неба своими двумя башнями и ветхими аркадами. Зимний пейзаж парка Ретиро служил фоном для белой массы музея. Реновалес вспомнил фрески Джиордано, украшавшие внутренность музея. Затем он перевел взгляд на здание с красными стенами и каменным входом, которое претенциозно замыкало горизонт на первом плане, на краю зеленого откоса. Фу, академия! Презрительный жест художника соединил воедино академию языка со всеми остальными. Живопись, литература и все проявления мысли были связаны здесь, словно неподвижные мумии, узами традиций, правил и уважения к старине. Налетевший порыв ледяного ветра развеял длинную и слегка поседевшую бороду художника и чуть не унес его большую фетровую шляпу, из-под полей которой торчали прядки волос. В молодости эти волосы были скандальной длины, но по мере того, как росли слава и богатство маэстро, волосы его постепенно укорачивались под напором благопристойности. Реновалесу стало холодно в этом низком и сыром месте. День был ясный и очень холодный, каких бывает много зимой в Мадриде. Солнце сияло, небо было голубое, но с покрытых снегом гор дул холодный ветер, который леденил землю, придавая ей хрупкость стекла. В тенистых углах, куда не проникали теплые лучи солнца, блестел еще утренний иней, словно сахарный покров. Воробьи, ослабевшие от зимних лишений, попрыгивали по заиндевевшему мху, как озябшие детки, и отряхивали свои жалкие перышки. Лестница музея напомнила маэстро годы его отрочества. Много раз поднимался он по этим ступеням, когда ему было 16 лет, и желудок его был испорчен скверными обедами у квартирных хозяек. Сколько раз сидел он по утрам в этом огромном дворце, копируя картины Веласкеса. Эти места вызывали в его памяти угасшие надежды, целый рой иллюзий, казавшихся ему теперь смешными, и тяжелые воспоминания о том, как он голодал и унизительно торговался, зарабатывая первые деньги продажей копий с известных картин. Его широкое полное лицо с крупными бровями, при виде которых робели его ученики и поклонники, озарилось веселой улыбкой. Он вспоминал, как являлся тогда в музей медленной походкой,